Привет. Я хочу сказать тем, кто там пишет, что в Арцахе голодные. Дали возможность уйти, что не уходили. Пиздят они там ничего не голодные. Не Это какой-то голодная? провокация. Да нет, там не осталось никого. Мы дали возможность, все уехали. Сколько машин ваших уезжало обратно в Ереван? А кто уехал? Арцахские все уехали, Не да? знаю, там Арцах, Помидор, кто уехал, из Карабаха все ваши уехали. Там армян нет уже. Кто они там голодные? А, в Степанакерте уже никого нету, да? Да ваши давно оттуда сбежали. Мы же вам дали возможность уехать. Сколько машин уезжало? Давно? Давно сбежали? Ну, ваши давно сбежали. Лучше меня знают. А тогда ваш КПП от кого охраняет всех? Мы КПП поставили после того, как вам дали уйти, чтобы вы обратно не зашли, не подумали обратно вернуться. А, после того, как сбежали все, вы КПП Карабах, поставили, да? Азербайджан, не забывайте. А те, кто А, там сейчас пишет в голод, давно Степанакерте, не уехали, Азербайджанцы сами знают. живут. Нет, Ты Степанакерта сказал, никогда в не было. Вот наш Степанакерте, Карабах. Азербайджанцы. Ты на каком языке говоришь? На японском? Степанакерте, Азербайджанцы. Откуда там Смотри, сейчас Степанакерта, там Карабах? азербайджанцы там живут. Я хочу понять. Я Как? хочу понять, сейчас азербайджанцы там живут? А, сейчас там они, Там да? всегда азербайджанцы жили и будут жить. Карабах же Азербайджан. А, понятно. Вот я вот и вас слышу, детские голоса. Вы своему ребенку вот этому учите, да, дома? Я тебя Должны удивлю, у меня вообще должны детей нету, раз. называть вот. Во-вторых, я в данный момент один дома, нету здесь детей. Ты можешь с улицы услышать их, потому что я А в что здании. ты? Я на Ты с балконе улицы. стою, встанет, Я и у просто меня детей нет. удивлена. Получается, вы, как и ваши азербайджанские блогеры, наглые лжете сейчас. Насчет чего? Насчет того, что в Степанакерте нету армян. Так их там нету, да? Может, дали вам возможность уйти, как, которую вы не дали в ту сторону, когда на нас напали? Ничего, что я Вам дали каждый день возможность, с что вы не людьми на уйдете. связи. Что? И когда же мы оттуда ушли, можете сказать? Ты эти новости не смотришь, что ли? Ваши же новости снимали, как вы оттуда уезжали, убегали. А, Брали, не так наши туда брали. новости показывали, как все уезжали Не смотришь оттуда. наши, смотри ваши, да, как вы все уехали, там нет армян. Вы просто пиздите, что там армян мы держим в плену. Нафиг они вам нам сдались. Нам нужна была земля наша, мы вернули, мы забрали. Вы знаете, вы меня шокировали этой новостью. Я до сих пор сидела и не знала, что. Я думала, до сих пор в Арцахе наши живут. Оказывается, Ваши никого уже кто? нету. Кто? Японцы, китайцы, американцы, кто? Армяне. Армяне? Армяне, а как и У вас японец? в Армении армян Армяне, нету, у вас тут же армяне. там будут армяне. У вас в Армении армяне есть вообще? Да. Половина в Италии, половина в Краснодаре. А в Азербайджане кто живет? В Азербайджане азербайджанцы живут, сама же говоришь, в Азербайджане. А в Это же не Азербайджане Армения. У вас в азербайджанцы Армении живут, кто угодно а есть, в кто на Армении армян. армяне живут. Нет, в Армении армян Подожди, в нету. Азербайджане азербайджанцы, а в Армении не армяне живут. Так в Азербайджане азербайджанцы Ну, живут, это все знают. Здесь ничего нового я тебе не по твоей скажу. логике, я говорю Азербайджан, значит там азербайджанцы живут. А если я говорю Армения, ну ты говоришь, там армяне не живут. Это как понять? Нет, я говорю, ты ищешь армян в Карабахе. Армяне откуда могут быть в Карабахе армяне, если Карабах это Азербайджан? Ты ищешь их в Армении, и что не знаю, не факт, что найдешь там. Ты сейчас как азербайджанец можешь туда поехать? Куда? Ты, я вчера только оттуда вернулся. Степанакерт, В Карабахе? Да я вчера вот оттуда я вернулся. Кому поехала туда поехать? туда, у меня видео. Я, в Я отличие от тебя, поехала, у каждый день меня могу с видео тобой. есть. А ты Как? можешь поехать? Да я вчера, говорю, там был. Мне, зачем мне каждый день там быть? Я Именно работаю в Баку. ты можешь поехать? Да я в любой момент могу поехать. Просто я работаю в Баку. Я вчера там был. Я же не могу каждый день бросать Да, работу и ехать. ты вообще все можешь, Аля. Ты в вашем Азербайджане, гребаном азербайджанцы не живут, ты даже этого не знаешь. У вас живут разные национальности, а Ты национальности откуда знаешь? Ты здесь ни азербайджанец разу не не была. существует. Ты откуда знаешь? Ты здесь ни Ты разу не даже была. вот этого, Ты здесь про свои не новости, знаешь. Ты которые вот как, придумывают на унитазе сидят. смотри, ты как настоящий патриот, можешь сказать День независимости Азербайджана? Ты что, у меня этот школа, что ли? Я Да, тебе скажу, скажи День платить за парки. независимости Азербайджана. Ты же патриот?
Ты Ты же все равно не патриот, знаешь. скажи. Смысл мне говорить. Скажи, Ты не знаешь, ты не знаешь, я правду скажу, нет. Ты сама не знаешь. А? Я не знаю, что Азербайджан зачем тебе? Скоро будете учить, да? Скоро получишь азербайджанское гражданство, будете учить. Ты не знаешь? Значение своего флага, Ты не давай. знаешь? Азербайджан не знал значение своего флага. Нет, ты Скажи знаешь? значение своего флага. Нет, это ты знаешь, ты нахуй, Скажи ты не знаешь, ты значение своего не будешь флага. знать, я тебе правду сказал, соврал. Ты не Ты не знаешь. выражаешься, блядь. Чего ты выражаешься, Додик? Чего Да ты блин, она не выражаешься? понимает по-человечески, она не сможет Она не проверить, она не понимает, знает, с ни ты, ни кем она не ты знает. разговариваешь. Ну. Карлсон, Убей, он блядь. начал материться от безысходности. От безысходности, потому что я ему начала задавать простые вопросы, которые должен знать каждый азербайджанец. А он поднялся тут и бред несет с сумасшедшей кобылой. Да, в Арцахе нету армян, они давно ушли. Еще не знает ни дня независимости Азербайджана, ни флага своего не знает. А говорит, что он вчера был в Карабахе. Ты... Они на